Ты знаешь, кто я? Сериал, который вернул к телеэкранам интеллигенцию. Самая громкая телепремьера 2023 года. История о нашумевшей финансовой пирамиде. Судьбы людей, предавших близких и родных, свою страну. Проект, направленный на повышение бдительности населения. Премьера, которая собрала вместе известных блогеров, журналистов и общественных деятелей. Серьезный шаг в сфере создания отечественных телесериалов. Пирамида. Молчи. Тебе ли говорить о мужестве и чести? «Пирамида» — это первый телесериал в Узбекистане, направленный на повышение финансовой грамотности населения. Он был презентован телеканалом «Мининюртым» и кинокомпанией «Панорама Фокс» 2023 года. К сожалению, немало людей верят в то, что можно заработать легкие деньги. Это и подтолкнуло нас к созданию этого сериала, который рассказывает о том, что невозможно просто так удвоить свой капитал за очень короткое время. Самый нашумевший телепроект в Узбекистане в жанре криминального детектива. В нем снялись популярные актеры, а также он открыл новые имена. Это оказывается об Ахматбае? Это история о нем? Нет, это не так. Это не история конкретного человека, это обобщенный образ. Сериал повествует о финансовой афере Аббоса и его сообщников, стремящихся нажиться на доверие людей. Что-то этот парень так зачастил Фергану. Страх. Все, кто попал в сети финансовой пирамиды, сами того не подозревая, в итоге остались ни с чем. Если спросите, кто же является целевой аудиторией этого сериала, есть ли зрительский интерес, высокие рейтинги говорят сами за себя. То есть поднятая тема актуальна, и люди хотят смотреть сериалы такого формата. Творческая команда «Пирамиды» изначально стремилась не просто заполнить досуг телезрителей, но создать такой продукт, который был бы им полезен и способствовал борьбе против такого рода мошенничества. Из-за вас люди погрязли в долгах, обанкротившись, наложили на себя. Я отдал в долг 80 тысяч долларов. 80 тысяч долларов! После показа сериала на телеканале «Мининюртым» началось его широкое обсуждение в социальных сетях. Хорошо, если будет много таких сериалов. Очень хорошая идея. Мне понравилось, что снят на реальных событиях. Думаю, после просмотра сериала люди задумаются, прежде чем довериться очередной пирамиде. Он очень отличается от многих сериалов. Это заинтересованность для людей. Пусть будет больше таких правдоподобных сериалов про жизнь, чтобы было смотреть интересно. Шла 8 месяцев. Съемочная группа во главе с продюсером Умидом Саатовым стремилась к достоверности каждого кадра. Режиссер Зухриддин Рустамов и автор сценария Ислам Хамро смогли передать реалистично знакомых всем событий. Была сделана ставка не на компьютерные эффекты, а на профессиональную игру актеров. Съемки проходили в сложных условиях. Для того, чтобы нам поверил зритель, надо было в буквальном смысле оказаться в таких же условиях, как и наши. Алло. Слушай. Это я, Шахзод. Какой Шахзод? Кассир Аббоса. Большинство сериалов, которые мы критикуем, очень нуждаются в таких социальных темах, в актуальных проблемах сегодняшнего дня. Премьера телесериала стала ярким событием осени и была в центре внимания популярных блогеров, журналистов, общественных деятелей. Еще до премьеры в социальных сетях начались обсуждения и вышел в тренд хэштег «Пирамидеге Бораман», то есть «Пойду на пирамиду». Это хорошее начало для проектов такого формата. Мне понравилась игра коллег. Здесь собран хороший актерский состав. Действительно, этот сериал стал новшеством. Я уже долго жду выхода этого сериала, потому что мне предложили роль, но я не смог, так как не подошло со временем. Сериал будет хороший, дай бог, и для зрителей это будет новшеством. Первый сезон состоял из 21 серии. Второй и третий сезоны будут включать в себя более 40 серий. В целом планируется более 60 серий.
Как развернутся события в следующих сезонах? Как сложится судьба главных героев? Каким же будет финал? Подготовка к съемкам идет полным ходом. Новые серии будут еще интереснее и динамичнее. Для сведения, к съемкам приступят весной текущего года. В сентябре начнется повторный показ первого сезона, а вслед за ним премьера очередных серий. Мы приглашаем партнеров и спонсоров стать частью нашей большой и дружной команды, вместе создавать качественный национальный контент и внести свой вклад в нужное и важное дело – борьбу против преступности. На протяжении сериала можно использовать product placement. У нас нет сомнений, рейтинги новых сезонов будут еще выше. Я нашел его.